Сменить сланцы на туфли пришлось на этой неделе не только бобруйчанам, но и жителям всей страны. Еще вчера пол Беларуси засыпало снегом. Сегодня местами идут дожди. Ветер срывает кровли и валит деревья. Только в Могилевской области спасатели устраняли последствия стихии с десяток раз. Франция на неделе превратилась в Венецию. Пятая республика ушла под воду. Больше всего от непогоды пострадал юго-запад страны. Там выпало до 100 миллиметров осадков. В Лондоне резко похолодало. Температура в столице Соединенного Королевства за день упала на 10 градусов. В Шотландию тоже пришла зима со всеми вытекающими. Метель, ветер и минус за окном. В четверг в Бобруйске будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны, ветер северный, северо-западный порывистый. Атмосферное давление будет держаться на уровне 760 миллиметров. Ночью столбик термометра не поднимется выше 4 градусов, днем воздух прогреется до 13 выше нуля. Кристина Рианс, Максим Галионко, Бобруйск 360.